Ирландец, захваченный вместе с другими рабочими нефтегазового комплекса Санатрак в Алжире, освобожден и находится в безопасности. Об этом 17 января сообщило Министерство иностранных дел Ирландии. Хочу довести до вашего сведения, что Стивен Макфол, гражданин Ирландии из графства Антрим, оказавшийся вчера среди похищенных в Алжире, позвонил своей жене Анджели сегодня днем, чтобы сообщить о своем освобождении и возвращении домой. Планы на данный момент таковы. Сейчас он находится на военной базе, и, насколько я понимаю, алжирские власти готовятся доставить его домой. Трагедия с захватом заложников развернулась на нефтегазовом объекте British Petroleum, расположенном в пустыне Сахара, 16 января. Вооруженные террористы проникли в Алжир со стороны Ливии и захватили сотни сотрудников комплекса, среди которых были как иностранные граждане, так и алжирцы. Боевики потребовали, чтобы Франция прекратила военные действия в Мали, направленные на подавление исламистских повстанцев. Однако власти Алжира на переговоры не пошли, и в четверг началась операция по освобождению заложников. Она длилась 8 часов. В ходе штурма были убиты по меньшей мере 11 террористов. По данным источника агентства Рейтер, погибло 30 заложников, семеро из них иностранцы, включая двух японцев, двух британцев и француза. Однако эти данные, возможно, неточные. Энергетическое предприятие «Санатрак» обеспечивает Алжир примерно 10% природного газа, предназначенного для экспорта. Очевидная легкость, с которой террористы захватили этот важный объект, поставила под вопрос его предполагаемый высокий уровень безопасности. В настоящее время иностранные компании заявили о выводе своего второстепенного персонала из Алжира.